Для генпрокурора Армении заявление депутата – не основание для расследования преступлений полицейских Керанса. Мы не получили никаких сообщений или каких-либо данных, связанных со случаями в Керанса, которые могли бы стать основанием для начала расследования и инициирования производства. Об этом заявила в интервью ОТА генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян, добавив, что заявления депутатов не являются основой для этого. К сообщению о преступлении есть определенные требования, но независимо от такого сообщения, если бывают публикации, сопровождаемые видеоматериалами, то они обязательно изучаются в Генеральной прокуратуре и направляются на проверку. Либо если данных достаточно, мы немедленно все направляем в следственный орган для решения вопроса об инициировании производства. Независимо от последних событий, мы инициировали производство практически по всем сообщениям и заявлениям, связанным с пытками. В 2023 году мы направили в суд 5 производств. В 2022-2024 годах у нас есть 2 окончательных судебных акта в отношении 4 человек с реальными сроками лишения свободы за пытки, заявила Вардапетян. На замечание о том, что в Керанце полицейские применили несоразмерную силу, генпрокурор сказала: «Когда обсуждаются действия полиции, мы все проверяем, является ли сила, примененная сотрудником полиции, имеющим полномочия на ТО, соразмерной или несоразмерной. В случаях, когда она несоразмерная, инициируется производство. И у нас есть такие производства».